Как-то раз к котятам приехал доктор, чтобы сделать им важную и очень полезную прививку. Надвигалась эпидемия кошачьего гриппа, которую можно было остановить только с помощью прививок. Коржик, Карамелька и Компот не боятся прививок. Они понимают, как важно их делать. Но не все котята такие смелые. Друзья котят очень испугались, когда узнали, что к ним должен прийти доктор, и спрятались. И теперь доктор не может сделать свою важную работу. И что самое неприятное, из-за этого все друзья могут заболеть. Я знаю, что надо делать. Тогда Коржик, Карамелька и Компот придумали, как помочь доктору и своим друзьям. Они решили позвонить другим котятам и пригласить их к себе домой, чтобы поиграть в доктора. И когда котята поймут, что лечиться совсем не страшно, а очень даже весело, тогда дядя доктор сделает им полезную прививку. Дяде доктору очень понравилась эта идея, и он решил помочь Коржику, Карамельке и Компоту. Котята рассказали друзьям, что устроили у себя дома самую настоящую игрушечную больницу со множеством разнообразных кабинетов. И теперь приглашают пациентов поиграть с ними в очень увлекательную игру. Очень скоро к Коржику, Карамельке и Компоту пришли друзья. Их было так много, что на прием выстроилась длинная очередь, как в самой настоящей больнице. Жми на пациента, которому назначено на это время. Котята играют в доктора. Кажется, пациенту немножко страшно. Давай успокоим его. Пациенту нравится играть в доктора. Продолжаем лечение. Подберем такую линейку, чтобы она понравилась пациенту. Отлично, пациент доволен. Теперь измерим ему рост. Опусти измеритель на голову пациента. Рост пациента ниже среднего. На каких весах взвесим пациента? Вес пациента очень маленький. Пациенту нужно больше кушать. Продолжим обследование. Проверим слух пациента. Жми на предмет, название которого услышишь. Рыба-молот. Правильно. Слон. Отлично. Лиса. Правильно. Морж. Правильно. Слух пациента в пределах нормы. Послушаем стетоскопом все проблемные зоны. Перетяни стетоскоп на проблемную зону и удерживай его там. У пациента острая чесотка пятки. Это не смертельно, но пятку лучше почесать. Почеши пациенту пятку. Пациенту нравится. Продолжай. Проблема решена. Продолжим обследование. Позови родителей.
Пришло время сделать прививку. Сначала очистим место укола спиртом. Воспользуйся спиртом и ватным тампоном. Протри руку пациента. Жми на шприц. Наберем вакцину в шприц. Пациенту нужно сделать вакцину черного цвета. Набери вакцину в шприц. Проведи по шприцу пальцем вверх. Жми на шприц. Пациент испугался укола. Давай успокоим его. Жми на игрушки на полке, чтобы успокоить и отвлечь пациента. Продолжай отвлекать пациента. Отлично, мы отвлекли пациента. Быстрее делаем прививку. Направь шприц в руку пациента. Проведи по шприцу пальцем вниз. Жми на шприц. Наклей пластырь на место укола. Выбери пластырь. Пациент выдержал все испытания. Вознаградим его. Подарим пациенту красивую наклейку. Жми на стикер. Выдадим пациенту справку о проведенной вакцинации. Жми на печать. Теперь пациенту не страшна эпидемия кошачьего гриппа. Мяу, 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 мяу.